Саша, ты мой? Да, папа. Спасибо тебе большое. Ты моя сама. Я хочу открыть. Ты хочешь маме открыть? Да. Хорошо. Он тебе ничего не даст. Он заберет. Спасибо, Изабелла. Очень вкусно было, спасибо тебе. Ты такая поделилась с мамой. Да, я делилась. Ты поделилась, да, ты хорошая девочка. Ты с мамой поделилась своей конфеткой? Делилась. Еще? Мусор даешь маме? Да, делилась. Давай, мама, возьми. Это папа. Папе дашь мусор? Давай. И сколько у Изабелка? Иди, папа, больше не проси. Сколько у Изабелки еще конфеток осталось? Один. Еще один остался? Да. И кто его съест? Изабелку съем. Дашь папе? Это Изабелки. Это моя. Дай папе, пожалуйста. Это моя. Ты хочешь последний один, да. Это моя. Она была. Это моя. Что, нету? Как нету? Есть, вот. Вот. Дай, вот мама. Жу, спасибо. Вот там, дай конфетку. Она маме дала одну. Мама съела. Дай конфетку. Не папе. Надо. Это не надо. Это мое. А папе дай укусить. Не надо кусить. Не надо. Дай одну. Не надо. Ну почему? Хотя бы один. Один. Да блин, только один и есть. Только один. Дай папе. Только не один. Надо. У нее только дай один и есть. Я ам сделаю. Не надо. Ты что? Дай один папе. Не надо. Ам папа заберет. Ты мне даже не отвечаешь, только на выпьешь и все. Пытается да, открыть. Даже ответ там тяжело дает. Открыть, это сникерс. Давай. Давай папа откроет. И съел. Не надо. Хорошо, дай папа откроет. И папа съест? Не надо есть. Ну тогда я не открываю. Она доверила тебе, что ты ее откроешь. Пока ты не сказал ей, что ты съешь. Она добрая. Просто это последняя. Это папина конфета. Она мне всегда дает что-то, если кушает. Если это не последняя, то она даст. А если последняя, то нет. Дай конфетку, Изабелка. Нет. Ну дай, пожалуйста. Только один раз укусить папе, дашь? Да, же... Нет, не надо. О-о. Это невкусная конфета, дай папе. Это невкусная. Это не хорошая, это не хорошая конфета. Дай папе. Это моя. Я не дам. Ну не будь жмотом, дай. Не надо. Не надо. Не надо, не надо, не надо руку. Не надо руку. Папе, да. Не надо. Забелка, папа очень ты, хочет. Ты маленький жмотик, давай сюда. Не надо, не надо. Папа тебе не даст что-то. Папа тебе водички даст, дай мне конфетку. Не надо. Salesperson. Дай мне, я тебе водички дам, я тебе две бутылки водички дам, две бутылки. Два. А ты мне одну конфетку. А я тебе два водички. Все, меняешься? На, тебе два. И мне одну конфету. Не надо. Тогда давай бутылки сюда. Да давай.
Солнце, смотри за дорогой, окей, я тут снимаю, потом посмотришь. А где, мама, а где? Сейчас, открою. Мама не требует. А куда же мама? Открывай. Мама открывать не может. Мама ест конфету, смотри, мама кушает конфету. Не, она не кушает. Я не съел, нет. Мама ест конфету, она съест сейчас. Не надо съесть на маму. Она съест, она смотри, ест. Она открывает. Стой. Она сейчас растает. Она съест конфету. Съест конфету. На, кусай здесь. Дай кусочек папе укусить. Дай папе кусить тоже. Дай кусить жмотик. Дай папе кусить тоже. В рот даже не помещается. Просила. Кто тебя просил, сколько есть конфет? Дашь кусочек папе? Нет. Вот так. Даш? Вот. Не надо. Маленький кусочек для папы. Вот, она отдала, вот. Смотри, вот какой ребенок. Дала кусочек внутри. Папе кусочек маленький. Вот внутри. А вот маленький есть. Она думала, что ничего нету. Нет. Смотри, Забалка, тут маленький кусочек папин. А ты моя. Это папин? А ты моя! Это папин. А дай! Нет, это ты папе отдала. Ты. У тебя во рту столько конфет. Ты вот кушаешь, а это для папы. А дай, мама. Ну скажи, чтобы папа тебе дал. Скажи, папа, прошу дать. А дай. Скажи, папа, прошу дать. Дай, я прошу. А ты папу любишь? А дай. Ты папу любишь? Куда отвези меня?